Друзья, если вы хотите узнавать первыми о выходе новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм Freak Family. Туда я закидываю анонсы о новых видосах, а также иногда высказываю свои мысли по поводу сквада. Также хочу напомнить, что у меня есть второй канал Freak Family Live, в котором выходят нарезки, не попавшие в основу. А теперь приятного вам просмотра. Раунд. Я вас буду разбивать по командам. Есть три команды. Красные, зеленые. Слово «разбивать» звучит слишком жестоко. Может, разделять я лучше? Не... Зачем меня разбивать? Буду разбивать. Красные, зеленые и голубые. В каждой команде есть соло-игрок. Да, ты сейчас голубой. Есть соло-игрок и пара. И в паре есть главный. Например, Рома сейчас в соло в синей команде, а Лера в паре с Хантиком. И Лера главная. И... У каждой из команд будет одна минута. У каждой из команд будет одна минута, чтобы обсудить, какие у них планы на текущий раунд. Будут они ставить союз или предательство. И после вы разобьетесь по комнаткам. В Дискорде комнаты сделаны специальные. Если Рома ставит союз и Лера с Марком ставят союз, то все получают по плюс одному очку. Если Рома ставит предательство, так, конечно, такого никогда не бывало, а Лера с Марком ставят союз, то Рома получает плюс два, а Лера и Марк по минус одному. Если Рома ставит предательство и Лера с Марком ставит предательство, всем по нулям. Ничего не изменится тогда. После раунда все перемешиваются, команды замешиваются заново. Вы можете оказаться с тем же, с кем были, или в новой команде. Все стартуют с 3 баллами, задача набрать 9 баллов. Главный приз у нас сегодня 4 девятки, 9999. Соответственно, он делится как на девятерых, так и может достаться одному. Будь здоров. Поэтому вы сами решаете, получите вы его в соло или будет несколько победителей. А что за 4 девятки-то? Ну, 9999. А, нифига себе. 10 кэсов к папе на ДД. Даже здесь больше призывочевском шоу, блядь. Это полная хуйня просто. И получить их легче, блядь. То удачи, Лер. Когда будут призовые. Не, ну кто-то точно получит. Кто-то точно получит. По всем фронтам Димана. Я могу и 100 поставить, ты все равно не возьмете. Ребята, а у вас Рома тоже еще не загрузился? Я не знаю, почему. Волгар не может сказать, почему меня не видно. Кто-то из ваших будет передавать, кто-то ставит союзы и наивно доверять. Итак, замешаем вас для первого раунда. Мешай. 3, 2, 1. Пау. Пау. И... А у нас там что-то произойти? Нет. Да. Ну, у вас там ничего не происходит, я вас сейчас переставлю, и тогда произойдет. Итак, красная команда у нас Марк с Ромой в команде, Марк главный, и Вадя в соло. Вадя. О, это братишка. Это... Блин, сейчас я буду... Все, что я делаю соло. Так, как оно тут перетаскивается вот так сюда, Вадя? О. А, он потом еще прогружается после этого, да? Ладно, Дин, да, так и быть, секунда. Я ливаю с бхопа. Хорош, Марк. На другую устал карту. Просто играть. Так, Марк карту. Едет главным. Да, реально просто устал. Главное не перегрузить. Вы пока, пожалуйста, ничего на сайте не нажимаете? Вообще. Я тыкаю на жестокие игры. Даже на друг друга не смотрите. Нет, да почему? А куда Марк пропал? Да почему Марк переехал, когда я... Я не переезжал никуда. Потому что взрослый уже, ему пора было от матери съехать. Чисто. Да сука, почему? Да хватит обзывать меня, сука. Нахуй Марк, блядь, уёбок ебучий, блядь. Да ты охуел? Выйди с КС, школяр, блядь. Почему? Хочешь поднять бабла? Заходи на Apex. Тебе на выбор предоставлены множество игр. Краш, слоты, кости, кейсы, минер. Эти иксы взорвут твою голову. Наши режимы дают нереальный профит, и это только вершина айсберга. Играй свои любимые режимы, поднимай бабла и забирай плюсом турниры. Играй в игры и крути рулетку каждые 15 минут бесплатно. Получи бесплатный баланс с этим промокодом. И помни, кто не рискует, тот не выигрывает. Переместила всех для первого раунда. Ура! Ребята! Ура! Кайф! Кайф, балдеж. Ладно, может, дальше быстрее пойдет. Все, у нас голубая команда. Скилл соло. Артур с Дашей в команде. Артур главный. Зеленая команда. Арина главная. Дима с Лерой в паре. Дима главный. Как увидеть, что у нас КамАЗы команды? Я одна, получается. Дим, так говорилось. Да, ты соло. А, да. А, вы у себя не перемещаетесь, когда... Я, а если вы обновите... Да. Нет, вы будете в свободном перемещении.
Вы, получается... смотреть у тебя на стриме. Короче. О, ребят, стримела. Вы можете у себя сами себя перетащить для вашего удобства. Удачи. У меня легко, кстати, перетаскивать. У меня не организация, Диночка, сами себе еще перетаскивают. Ну, ясно. Я перетащила, у меня все хорошо. Да, у меня тоже. У меня это занимает 10 секунд. А у вас нормально, да, это работает? Хорошо. Не, ну, я просто понял, как оно перетаскивается, и все. Кстати, реально, у меня тоже все хорошо перетянулось. Супер. Итак, красная команда. Вадя соло, Марк с Ромой в паре, и Марк главный. Блять, сейчас... сука, я с этим уебаном в команде. Сейчас у каждой команды по минуте. Итак, начнем синие с вас. Что вы будете делать? Союзы предательства. Мы первые, мы синие. У нас Дмитрий Ликс. Как мы знаем, наш Дмитрий... У вас нет Дмитрия Ликса. У вас нет Дмитрия. О, Дима, блядь, у нас. Скиллз, это Скиллз. А, Узька. Да, Скиллза зовут Дима. Ну мы в этих футболках похожи, злой, нормально. Какой Дима, Санечек? Че, я же соло. Короче, послушай, этот, ну... Какой тип не супер скользкий, блядь. Ну хуй знает. Ну, наверное, пойдем на прикрепление какое-то. Ну такой, с ничем в нем не учуял. Ты собрала все. Даша, ты что думаешь? Я не поняла, что ты вообще сказал. Еще раз можешь сказать? Короче, похуй. Мы будем в союзе с нашим островком. Ну, нормальный тип, нормальный штрих. Даша, ты как думаешь? Давай. Вообще по кайфу, конечно. Вась, блядь, ты куда смотришь? Протри очки. Я обновил все. А, ебать. Скиллз, а ты что скажешь? Да. А что он скажет, блядь? Что ты скажешь? А что Вадя? Что ты скажешь? Он скиллзу, он от скиллзу. О чем тут Вадя? Я говорю. Скиллз, брат, что ты скажешь? И спасибо большое, ваше время вышло, синий. Скиллз, спасибо за твою пламенную речь, да. Мило работать со злым, да, Скиллз? Итак, зеленые. Арина соло, Ликс с Лерой в паре, Ликс главный. Ваша минута. А что сказать надо? Я не помню, как играть просто. Что будешь ставить, союз или предательство? Скажи Арине, чтобы она тебе поверила. Арин, я ничего не решаю, поэтому... Надо, блядь, выбить союз и наебать, если ты... А, тогда союз. А, да? Да, да. Не, я союз, правда. Лерончик, союз ставим? Подожди, а если мы поставим союз, и она союз, мы по одному баллу получим, правильно? Да, плюс один балл. Получу, конечно. А если оба придадим, то никто ничего не получит. Да, именно так. Ты давай, блядь. Нет, продавать выгодно, но вначале точно не выгодно продавать. Арин, ну давай союз. Он тебя продал уже. Да давайте, давайте. Че, первый раунд и даже не обсуждаем. Арина, не верь этому хуйсосу. Потому что у них Рома точно не верит. Ну, если он поставит предательство, делайте выводы дальше. Я поставлю союз. Нет, сейчас я посмотрим, поставлю кто, союз. Ты пиздишь, ты же не с ними в команде. Спасибо, ваше время вышло. И красный, там Вадя соло, Хантик с Ромой в паре, Хантик главный. Хантик решил посоветоваться с родителями. Так, секундочку. Вадя, честно, я бы тебе союз поставил. Ну, что этот уебан со мной в команде делает, я, конечно, не ебу. Но я буду топить за союз. Я тоже за союз. Мы по дипломатии. Хуесос мелкий, что думаешь? Короче, я тебе скажу сказать. Я братишку не предам никогда. Он никогда не ставит союз. Я когда-то первый раз играл, у меня сразу наебал. Никогда вообще не ставит союз. Ты, да, усач. Он только союз ставил, долбоёб тупой. Ты меня прервал. Три жопы. Ты меня прервал, блядь. Он всегда союзы ставил. У меня 19 союзов стрик. 19. Хуйрю ты, ёбаный, нахуй. У меня общение с Диной вот так выглядит. Союз, 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 союз. Вот так выглядит. У меня тоже. Да, ты без Дины. Ладно, ребят. Тебя уже все раскрутили. Монолог, ребят, мой монолог. Вот верьте, не верьте, сегодня всем союзы. Вы увидите это по первому союзу. А тебе пиздоболу нельзя верить. Я сразу поставлю союз. Только не злом, потому что это уебан. Согласен. А я, Ром. Мне нельзя верить. Я союз поставлю, любимая. Мне еще ну я со злым в команде. Спасибо, красные. Я против вас. Спасибо, красные. Ну что же, не, время обсуждений закончилось. Да, да. И если заруинят, я просто ему, блядь, ключи сломаю. Осуждаю, Валим, осуждаю. ГТРП. Шутка, Дина, забудь, конечно. А теперь разойдитесь, пожалуйста, по комнатам. Дина, какой ГТРП? Там нельзя ключи сломать. Ликс. Разойдитесь, пожалуйста, по комнатам. Там вот комнаты под нами в Дискорде, они всем видны. Просто кликайте туда. А тоже в комнату? Да. Там они подписаны. Хорошо, красная соло, какой красная я? Пара. А, ну они просто, она будет ходить потом этот... Да-да-да-да-да, я сейчас к вам зайду. Помоги. Все, до скорого. Алло. Я могла, кстати... Ой, здравствуйте. Привет, я вчера начала.
Зеленая пара. Что планируете на самом деле? Я предлагаю наебать сразу, чтобы потом другие боялись. Слушай, мне кажется, она подумает, что мы наебем. Но тут проблема в том, что если мы сейчас наебываем, то потом нам никто не верит. Нет, вот. Так не работает. Так работает на самом деле. Лерон, Дим, так... ты главный, ты выбираешь. Я, но типа, я буду... Давай наебем, потому что так не работает. Типа, это 100%. Хорошо. Ты старый скамер, сейчас это знаешь. Смотри, мы сейчас, смотри, как это работает. Если мы сейчас наебем, мы получим очки, потом нам нет смысла наябывать, и мы можем подставить других. Все, изи. Хорошо, это гениальный какой-то план. А вы думаете, за... после этого вам кто-то союз поставит? Дин, у него свое, все нормально, все. Все нормально. Mm-hmm. А что, как думаете, что Арина поставит? Она поставит союз, она потому что мне верит, но я скажу, что я просто под давлением главного Дмитрия Алексеевича ничего не смогла сделать. Да, все на меня просто, и все. Ага, да. Ну хорошо, договорились. Дим, как будешь готов, отправляй меня. Я уже готов. А мы все показываем, Дим, еще раз. Только главные показывают. Главные только главные, все. Я уже отправил, Дим. Ну, а точнее, я тебе сказал, что мы ставим. Ну, я же сказал, что ставим. Не, ну, одно дело ты сказал, сейчас слух, а можешь потом отправить другое. Нет, отправь, пожалуйста, для протокола. Ой, спасибо, в Дискорд. Давай, не лезь. Бюрократия сплошная. Ну да, получается так. Пока. Что я тебе сказал? Алло, Арин. Алло, приветик. Привет. Алло. Ну, что ты будешь им ставить? У тебя Ликс с Лерой. Ну, блин, на самом деле я хочу поставить союз. Но Ликс у меня вызывает невероятные подозрения, и знаю его тактики игр. А какие у него тактики? Конечно. Ну, какие-то вот мувы, знаешь, такие странные всякие, интересные. Но я союз буду ставить, не хочу как-то... Хотя, я думаю, если я поставлю предательство, я смогу это обосновать, потому что все поймут, что это Дмитрий Ликс, и если я ему, ну, типа, я скажу, что я защищалась. Угу. Это не заруинит мне дальнейшую игру. То есть для перестраховки можно поставить. То есть ты еще в размышлениях союз. Пока что? Ну, да. Но я все-таки думаю, что союз. Угу. Ну, как будешь полностью готова, отправляй меня в личку Дискорда. Ок. До скорого. До скорого. И. Алло, Вадя. Здорово. Привет, Вадь. Ну что, расскажи там, мне, какие у тебя планы. Думаю, может, кому-то подавать эти отказы, или как они там называются? Предательство. Короче, но там Ромчика я не могу кинуть. Конечно, там и такие хантики ебаные. Ну, главное, это там хантик, слушай, его-то можно. Я вообще никогда не ставлю предательство, я могу только не доверять кому-то. Вот я помню, у меня было два этих недоверия, как говорится, но тут по-любому я ставлю союз, потому что там Ромчик. Я даже нарисовал специально союз. Чтобы Ромчик понимал, что вот союз вот я нарисовал. Вот они сейчас, правда, в камеру не смотрят. Ну ты подольше подержи, чтобы кто-то из них увидел. Похуй, я нарисовал свою карточку, союз, все. Я своего мнения менять не буду. А, тебе сразу надо писать, да? Да, пиши мне в личку в Дискорде. Хорошо, я тебе напишу. Все, отлично, спасибо. На начало такое. Все, написал. Спасибо. Давай, пока. Алло, господа. Алло. Ну что, господа великие комбинаторы, какой план? Диночка, я сегодня полностью на союзах. Я тоже, Дин. Да? Я вот тут раз предавал всех, и я решил начать на союзах действовать. Я решил, типа, очистить карму. У нифига себе. Аллергия, мне кажется, что мне скоро пора. Уже. Вот это реабилитация, Ром. Плюс. Этого никто, думаю, тебя не ожидал. Вообще никто не ожидает. Ну супер, тогда, Марк, как будешь готов, я жду от тебя твое решение. Я готов. Я попасться, поставить ей союз, чтобы она мне ёбнула предательство, и я ее задушил морально, что она такая плохая. О, Ром. Ну, надеюсь, рандом подкинет тебе Леру. Так, Дина, фотографии в итоге не надо показывать или показывать? Да может, лучше покажем, чтобы сайт не вис от греха. Да, согласен. Чтобы верняк. Все, до скоренького. Давай, до скоренького. Ну, что ты будешь делать против злого? Против злого и Даши я буду ставить союз. Но, типа, он сказал просто изначально, и я поверю его словам, что он ты сказал, им веришь, что... реально? Ну да, я поверю. Может, это, конечно, будет ошибкой, но я хочу поверить им. Ну, да, конечно, такой достаточно наивный ход. Я, конечно, у них еще не была, но... Понял. Не-не-не, я просто... Я так, навести тебя на различные размышления. Ты делаешь, что хочешь, решение всегда за тобой, Skills, если что. Понятно. Угу. Тогда ставлю им союз. Как будешь готов, отправляй мне в личку Дискорда. Хорошо. Угу. Пока. Давай. Алло. Оп, тихо. Алло, приветик. Так, Дим, скажи нам, пожалуйста, что нам Скиллзор ответил? О, это секрет. И нет, ты ну, меня не прочтешь по моему голосу, моему лицу, не прочтешь вообще. Да. Ну, по-братски. Что он ответил? Я не мог, как рыба.
Ага, ладно. Ладно, короче, мы ставим союз, потому что я не пиздобол. Я как сказал, да, я так и сделаю. Да, мы поставим союз. Типа, хорошо. Я буду прямо говорить, наёбую, союз, блядь, вот так-то. Угу, хорошо. Я и написал тебе. Ты так сказал, ты как смеёшься. Будто он... Как будто он да. не союз назвал. Он не союз назвал, да? Не-не-не, по мне вам ничего не удастся прочесть. Ну, хорошо. Я уже прочел тебя. Да не, Артур, да что ты прочел? Жаль только первые страницы. Да мы все равно, мы даже если нас предадут, мы все равно будем ставить союз, потому что мы хорошие. О, да, мы не крысы, ебать. Как это мило, ребят, удачи вам, удачи. Да, удачи вылететь первыми. Отправляй, Артур, отправляй мне в Дискорд. Я уже отправил. Да, нет, не отправил. Ты мне куда-то в другое место отправил. Отправь, пожалуйста, в Дискорд, чтобы все в одном месте было. Я же в Дискорд отправил. Блядь, я кому отправил? О, ты... Ой. Может, ты скиллзу отправил? А, добавь меня в друзья тут. Слушай, у меня же аккаунт. А, ты с другого аккаунта? Да, я добавил тебя в друзья. Так. Нет, подожди, у меня только удалить из друзей можно. Ты у меня есть в друзьях? Ну. Вот у меня есть. Все, все. Все. Все, возвращайтесь туда, возвращайтесь. Давайте. Давай, возвращаемся. Алло, Арина, а где от тебя? Не пришло письмо? Ой, сори, пишу. Давай, 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 давай. Так, все возвращаются, все возвращаются. Дин, я не могу писать у тебя. Ты в друзьях у тебя. А, подожди, сейчас я тебя добавлю. Все, все, в друзьях, в друзьях. Пиздец, я привыкла, на самом деле, похуй. Че, Артур? Да? Что ты сделал? Увидишь, братец. Так, все, скиллс, ты меня отправил? Все хорошо, не переживай. Сейчас. У меня переживаний нет. У меня совесть чиста, по факту, типа, понимаешь? Вот, пришло? Да, да, отлично, отлично. Вы пока только не полите, что вы поставили. Сейчас я заполню табличку. Ребята, я вас попрошу все-таки показывать в камеру, чтобы у нас сайт не подвис, если мы будем нажимать, ладно? А, на хорошо, хорошо. А у меня телефон на зарядке. У меня не с чего. Это прям важно? А, блин, ну, ладно, давайте попробуем. Я могу озвучивать. И я. Нет, лучше показывать. Не, давайте вы тогда нажмете. Я могу, я на листочке покрашу сейчас зеленым и что-нибудь напишу. А, я могу показать картами черные и красные. Окей. Так, сейчас я проставлю. Черное предательство. Ой, черное союз, красное предательство. Диман, ты уже предал кого-то, да? Подожди, союз зеленый, Дим. У зеленой карты нет, Дим. Ну, как-то черный союз не очень. Ну, в смысле... Красный союз, хорошо, черный. Ё-моё, вот это, конечно, результаты, это только первый раунд. А мы тоже пока с водичками могла показать. Вот это поворот. Водёнчик. Ребята, пожалуйста, у кого есть возможность показать картинку, покажите картинку. А те, у кого нет возможности, нажмите. Нет, нет, сейчас я дорасставляю. А, блядь. Не кашляй, ублюдок. Я не могу. Кашляй, Дим, кашляй. Всё в порядке. Итак, всё. Получены ваши результаты, и на счет 3, 2, 1, показывайте. А кто? Вообще все? Я забыл. Что-то. Ой. Показывают Вадючий. Главари. Главари показывают. Что вы просто... Вы разные вещи мне в камеру видно? Тыкаете. Злой, что ты такое показал? Я написал. Я написал тебе. Я вижу, что ты написал. А у Димы что это? Дим, это что? Скиллс, ты белый прямоугольник показываешь. Я понимаю, что с ним? О, нормально, только что было зеленым. Что Дима показывает? Дима, ты увидел, что я показывал? Валета. Дима сам валет, как он тебе показал. Я союз. Злой решил очень весело пошутить, но, ребята, результаты такие. Все, кроме Ликса, поставили союз. И только Ликс. Только Ликс коварно предал Арину. Да. Боже мой! Она вставала к тебе на стримы в КС играть, когда ты никому нахуй не нужен был, понимаешь, блядь? Ты мне тоже, блядь, душите, душите. Ты мне тоже ставил предательство, блядь. Я ему сказала, давай поставим союз, он сказал. Да один раз всего, злой, один раз. А не так было, вы посмотрите, не только я один решение принимал. Все ошибаются, понимаешь, Артур? Сделайте, человека, который... На меня пиздели, что я буду предавать, сами предали. Крысы, фак, блядь. Это был экстра раз предал. Крысы! Только не такую Сиванян, там же могут... Несколько союз, человек могут победить. Сделайте ставку, сколько человек победит. Сколько человек? Следующий раз у Ромы предательство. Следующий раз у Ромы предательство. Давай, Димончик. Давай, Рома. Давай, Диман.
Диман, ты уже предал, давай не пизди, блядь. Нахуй ты пиздишь? Нахуй ты пиздишь на Рому, если ты только что предал, блядь? В чем смысл? Я уже предал, и дальше, скорее всего, шанс меньше, что я предал. Ты уже предал, и шанс, что ты дальше предашь, еще больше, блядь. Потому что ты прогнил, нахуй. А зачем мне предавать два раза подряд? Ты, блядь... Итак, а зачем тебе говорить союз сейчас, когда господа, ты в говне уже, блядь? Потому что нет, у меня очков много, все, заебись. Ты все, ты говнарик. Господа. Дмитрий Ликс, на вас теперь клеймо предателя, это правда, отмыться будет. Не надо, я ничего не решала, он показывал, он отправлял результат. Я пошел в комнату, Лерон сказала, давай предательство, я говорю, давай. Дима, я сейчас верю. Это похоже да, на хорошо, Леру. Да, хорошо, Ром. Я тебе всегда буду предательство ставить. А я тебе буду союз ставить, чтобы тебе было я стыдно. Я тебе никогда союз не поставлю. А я поставлю тебе. Итак, слушаем результаты. Господа, у нас появились лидеры. У нас появились лидеры. Это Ликс и Лера. У них по 5 очков. У всех остальных по 4, кроме Арины. У Арины 2. Ликс забрал очко Арины, к сожалению. Ой-о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 й-
ребята, вас ко второму раунду. Чел, художники там рисуют, ё-моё, какашки. Apple Pencil, чтобы какашки. Самое главное, чтобы все знали, что Лекселерон какашки. Ну что же, такой рисунок нарисую. В следующем раунде. Придают только те, у кого в нике начинается на L, кстати. Да, да, да. Я охуел, бля. Задумайся. У тебя так, злой. Ребята, я вас начинаю переставлять. Боже, ты тупой, блядь. Ты мега тупой, чел. За что? За что злого? Ты мега тупой. У тебя не начинается на L же злой. У меня есть буква L в нике. Но это не важно. Так и что? Это у кого начинается. И у Вади, и у Ромы есть. И у Марка есть. У тебя не начинается на L. И что? Зато там есть L. И у тебя есть L. Послушай. Соло, Рома с Марком вместе, но теперь Рома главный. То есть решают у нас Рома и Арина. В... Почему скиллс? Что ты вот здесь делаешь? Скажи, пожалуйста. Что? Я сижу, блядь, просто. Арин, смотри, чтобы Рома тебя не предал, потому что он сейчас сделает. Давай, Диманчик, нахуй, я до твоего уровня не опущусь. Да. Зеленый Вадя в соло, против него Даша с Лерой. Даша, главная. Вадь, смотри, чтобы тебя не съели сейчас. В синий. А против кого я? Ой. Кто против меня? Так, Даша с Лерой, Даша главная против Вадима. В синей команде. И в красной команде у нас... Артур со скилзом против соло Ликса. Удачи в соло, Дима. Халява. Это дерьмо на Лере меня предало. Да, я со скилзом и с Артурчиком. Мы нормальные кенты. Сам дерьмо. Ну, давайте вы тогда и начнете обсуждение. Красная команда, Ликс, соло. Я скажу. Давай. Дим, не забывай то, что нам еще строить вместе ферму, как минимум жить, выживать, плавить сыр. И мне тоже с вами. Коров доить, яйца. Мы втроем, вот у нас сквад. Нет, мы не будем. У нас фермеры. Да, нам нельзя предавать друг друга. Ты же должен это понимать прекрасно. Мы не предаем, все. Я понимаю, прошлые поступки твои были очень грязны. Ну, я понимаю, почему в целом. Но ты же не можешь ошибиться дважды. Ну, тем более за 15 минут. Я тебе больше скажу, я и не планировал дважды ошибаться. Мне это не нужно. Чат, ставка в чате, ставка в чате. Слушай, ты реально ему веришь? Послушай, ты только что мне сказал, что не сейчас планируешь дважды ошибаться, то бишь первый раз была не ошибкой. Первый раз была ошибка, потому что Лерон, когда я зашла, говорит, давай предадим. Слово не верим, братик. Блять, мне своих тиммейтов предавать смысла нет, потому что мы с тобой и со Скилзом играем. Ой, братик, не верим. А вот Вадя провоцирует нас зачем-то. Скилз, напомню, что если что, ты главный в вашей паре. Не, понимаю, Дима, я решу сам. Скилз решай, ты решай, Скилз. Я не буду давить, но смотрите, как Вадя давит на нас. А он в другой команде, это очень интересно. Да похуй вообще, что он там давит на нас. Спасибо. Он к нам не относится, блядь. Спасибо. Да, но только он почему-то действует на нас. Дима, пока что ты давишь только масло на своем ранчо. Итак, зеленое слово вам. Готовила, да? Зеленое слово. Блядь. В зеленых у нас Вадя соло и Даша вместе с Лерой. Даша главная. Ну ладно, я Даше доверяю, если честно. Мне похуй, если она меня предаст, я просто Ромчика заберу у нее и все, блядь, типа. Это шантаж. Я Вадю не предам никогда. Красава, блядь, красава, нахуй.
Вот это красава. Слов обычно предательство ставится. Нет, честно. Ну ладно, ничего страшного, блядь. Ну, Лера может, конечно. Лера может ее, конечно. Конечно, ну, естественно. Да, она может. Тоже, если не я. Лера может ее переводить. Нет, я буду всеми силами просто... Согласен! Вот это правильно. Я всеми силами буду уговаривать Дашу поставить себе предательство. Это же я думаю, что ты в муте будешь вот после этих слов. Да, не-не-не. Ой, не-не-не. Тебя уже замутили этот, блядь, пол Дискорда. Да, конечно. Лера, я тебя слышу. Ладно, итак, я не буду предавать, сразу говорю. Спасибо, зеленые. Спасибо. Мне понятен ваш оптимистичный зеленый настрой. Да, и синие. Синие. Арина соло, Рома вместе с Марком. Ариночка. Рома главный. Да, Рома. Хочешь, честно, предавай. Мы с Хантиком договорились, мы сегодня... Да, мы союзы все. Нет, я не буду вас предавать. Я не буду. Я вас... Пиздёшки с вами. Хорошие, да не, предавать только будет, сука, эта хуесосина старая, блядь. Я не буду предавать, потому что нет смысла предавать. Сегодня день, когда все узнают, кто такой Дмитрий Ликси или Рон Барон. Да, когда все решили не предавать, он, сука, сейчас выиграет на хуй. Смотрите, как они ловко. Это единственный человек, который будет сидеть и ждать у Дины в Дискорде, когда ему скинет деньги. Он будет сидеть только и ждать, нахуй, блядь, скинет ей карту и будет ждать, нахуй. Почему вы не обсуждаете Дина, свои команды? Дина, скажешь, когда переведешь, я буду так сидеть. За что, Дмитрий? Это, кстати, время синей команды, если что. Они отводят взгляд, Дим, забей. Я хочу просто не показывать зеленую карту. Мне сейчас выгоднее получить одно очко и сказать союз всем, чем предавать и рисковать, что мы вообще ничего не получим. Зачем мне выиграть надо? Я так первый раз сыграла, всем говорила союз, на обсуждении все союз. Ариночка, ты всегда вот так говоришь, но я... Спасибо большое. Не, я серьезно. Хорошо. Спасибо большое. Не иронии, Лера и Арина, могу вам одно сказать. Дмитрий, пожалуйста, разберитесь там сами со своим очком. Не мешайте ребятам. Дина, ты же стране, я смотрю, зеленая команда, да? Или жюри вроде должно быть беспринципной? Я очень даже беспринципная. В смысле, беспристрастно. Это вы беспринципны. Что вы мне тут подливаете масло в огонь? А ты та еще цыпа. Димон, заебал уже. Так, расходитесь по комнатам. Спасибо за обсуждение. Расходитесь по комнатам. Артур, погнали. Я какого цвета? Синяя. Арина, Рома, Марк, синие. Мы синие. Вадя, Лера, Даша, зеленые. Дима, Артур и Ликс. Красный. Чат, кому сначала зайти? Табличка высоковата. Да, да. Сейчас подвину. Хорошо. Алло, Дим, ну что? Что ты задумал на самом деле? Я никому не расскажу. Естественно, союз. Да, серьезно? А потом предавать, потому что они поставят. Например, если поставят предательство, мы ничего не получим. Мне выгодно одно очко получить. Но они-то могут поставить предательство, а ты такой... Не поставят предательство, потому что мы вместе с ними играем, и они адекватно воспримут это. Типа, мне нет смысла предавать. Ты думаешь, из-за какого-то ранчо, из-за того, что вы вместе доили коров? Ну, типа, сейчас команда у меня дружелюбная. Я буду предавать других. Мне нет смысла предавать нормальных кентов. Ага, а кого ты хочешь предать? Ну, естественно, это будет Рома, кто на меня гнал, Вадя, скорее всего. Ага. Угу. Хорошо, я поняла. Запротоколировано. Тогда отправляй меня, как будешь готов. Пока. Алло. Что изначально сказать? Ну что, короче, вы против главного предателя стола? Ставим союз. Если он ставит предательство, завтра умирает корова на ферме, да? Или свинья, блядь. Типа, все нормально, типа. Ну, типа, дефолт. Или курятник сгорел случайно, блядь. Вместе с Дмитрием Ликсом в нем внутри. Ну, так бывает, блядь. Ну, типа, ну мы решили, мы пацаны нормальные, не пизди. И, типа, если будет что-то так... Будет ответочка. Грязная и неожиданная. А это не слишком жестоко, Артур? Не, не крипуйте. Это охуенно. Решаем вопросы, пудрим носы. Ну, все нормально. Мы ставим союз. Или пиши, Диночки, союзик. Да. Посмотрим на этого. Скиллс, если выиграет. Что, решение за собой, за тобой. Да, да, брат, решение за тобой, без проблем. Я боюсь, что Скиллс, если ты мне напишешь не то, что хочет Артур, то он завтра твою курицу расчехлит. Не, мы уже все обсудили, все нормально. Да? Ну, если что, Лик захочет выпить молока с мишьяком на ферме, все можно, случайность будет такая небольшая. Непонятно, блядь. Ну, настроенная. Свинья сбежит, медведь. Или медведь прибежит к нам нахуй на базу, а патронов не будет. Ну, все может быть. Я поняла, спасибо. Тогда Скиллс отправляем, как будешь готов. Пока-пока. Алло, девчоночки. Делать, если честно. Да, алло, да. Я с вами. Ну что, готовы втихаря предать Вадю? Нет, он думает, что вы будете нет, нет. Мы решили так, что мы ставим союз. Да, вот да. Даша показывает союз. Я решила союз поставить. Ну, да, я, типа, если...
Если Вадя ставит предательство, то Рома навсегда остается с Дашей. Вот. А мы не ставим предательство, чтобы сохранить Рому за Дашей. Вот так. Ну, если честно, я просто не ставлю, потому что не хочу предавать Вадю. Вадя ни разу меня не предал, и поэтому вот тоже не предал. Дашуля, а кого бы ты предала? Злого. Только его? Да. Ликса. Ну, Ликс, нет, Ликс просто старый дурацкий, а вот, ну, как бы, на него злиться нельзя, вот. А вот на зло мне просто, он слишком много разговаривает, как будто вообще ни в чем не шарит, и на нем, мне кажется, можно много баллов залутать. А если по игре? А, все. Что? Понятно, Дина тоже у нас вымешала, пошла. Опа, Динчик, ясно, все. Сработаемся. Ой, нифига, там Марина ходит. Ну все, как будешь готова, Даша, присылай мне. Хорошо, а тебе в Телеграм, да? Не-не-не, в Дискорд. Так, кто у меня в друзьях? Сейчас я проверю. Правой кнопкой. Да-да-да, все. В друзьях. Мне кажется, я как будто реально видела. Давай, как будто реально видела. Алло, Вадь, ты опять один, что такое? Я опять один, но ничего страшного, как говорится. Дина, слушай, наверное, нет смысла тебе ко мне заходить, потому что, ну, вот это... Тут я не могу предать, понимаешь? Я не могу предать... жену своего друга. Лерон, вот была бы там Лерон с кем-то, вообще легко нахуй, похуй вообще. А, Диман там, хуесос этот, Фикхан, блядь. Злой уебище это, блядь, вообще легко нахуй. Вот Ромочка, Даша, ну не могу я вообще никак, понимаешь? Дин, а если там... бы там Лера была главная, то есть Лера с Дашей, но Лера главная? Не поверил бы, блядь, сука, блядь, не поверил бы. Ну или ладно, или дал бы союз, специально для того, чтобы эта крыса закрысила, и я потом был на коне. Ясно, Вадь, ясно. Ну ладно, надеюсь, в следующем раунде ты будешь в паре. И попадешься против кого-нибудь, кого предашь. Так, до скорого. Убегаю. Давай, Динуль, давай. Алло, Арин. Алло, я у тебя. Ну что, Арин, после прошлого грустного круга, твои действия сейчас? Ну, я знала, что так будет, поэтому не сильно расстроилась, но не хочется, знаешь, мстить или теперь становиться плохой, поэтому покажу союз. То есть ты Роме с Хантиком покажешь союз? Да, ну да. Ну, это, конечно, взвешенное решение, Арин. Ну, да, я готова. Несмотря на весь опыт Романа в этих играх. Ну, я хочу тоже, мне очень понравилось, что у Вади такой стрик зеленый. Мне что-то тоже захотелось такой себе чуть-чуть почистить репутацию. Еще раз приду в следующий раз наш. Алло. Алло, а я тут, я. О, Ликс, а что ты тут делаешь? Хочется прийти в следующий раз на шоу говорить. Смотрите, у меня всегда были зеленые карты. Ну. Я тебя поняла. Это называется стратегия на будущее. Хорошая. Да, да. Как будешь готова, отправляй мне. Окей. Так, и у меня остаются Рома с Хантиком. Алло, алло. Диночка, очень важный вопрос, слышишь? Так? Да. Да. Вот смотри, вот если в Амстердаме легализировано пыхнуть, и мы полетим в Амстердам, мы можем провести стрим, как мы пыхнем? Блин. Вот, Ром, если честно, не уверена, потому что... Дина, ты летишь в Амстердам? Я пока что не решила. Я изначально... А если полетишь, не хочешь ко мне на стрим пыхнуть? Ром. Давай не будем сейчас обсуждать на стриме. Ладно, окей, Дина, я записал, если что. Ну, Диночка, мы еще союз сделаем. Мы сделаем исправление. Я не знаю, сломаемся ли мы сегодня, но пока что... Ну, я верю. Я смотрю в глаза Арины, я верю, что она не предаст. Но если она с такими искренними глазами врет... то, блин, слушай, Диночка, я тогда, блин, не позавидую. Честно, Дин, там потом. Даже настроения нет, чтобы предавать кого-то. Ничего ну, себе. Есть настроение, чтобы предать Ликса. Вот и Ликса, да, вот Димана всегда хочется. Предать, чтобы предать. Ну вот ты посмотри на вот это. Сука, он же сидит, он за эти 100 рублей, блядь, тут всем этот, всех продаст, Диночка. По всем пройдется, ебать. А ты знаешь, пока я была у Арины, он врывался к нам в комнату втихаря и молчал. Хотел подслушать, прикинь. Если говорю. Думал, что это женская баня. Я не удивлюсь, если у него прослушка у тебя в микрофоне. Он был у тебя дома, Диночка? Был, кстати, не раз. Диночка, а игрушки тебе какие-то дарил? Он дарил мне большой чупа-чупс.
Ну, не спрашивай, Ром. Просто ты пройдись потом по комнате, посмотри, может, где-то что-то там. Желательно в ванной, в туалете, вот там. Хорошо, я учту. Там вентиляция, вот это все. Ну, уже поздно, конечно, Диночка, там уже, блин, раньше надо было думать. Но мы Ариночке этот союз ставим. Хорошо, тогда скидывай меня, Ром, и возвращайся в главную комнату. Да. Дим, пришли мне, ты не прислал, пришли прямо сейчас. Присылай, а я всех сюда добавляю. Переношу. Здравствуйте, друзья. Алло. 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 Диман, что, предал, сука, крыса? Нет, я же сказал, мне нет смысла предавать. Так. Дим, ты если предал... Мне нет смысла предавать. На себя не пинай, бро, так получилось. Себя не пинай. Это случайность. Все нормально. Так, сейчас я заполню соответствие с вашими результатами. Главное, чтобы меня не предали. Да не, Дима. Дим, Дима, отправь мне, ты не отправил. Я ж отправил. Да ты, видимо, не мне отправил. Ой, блядь, я в конфу Among Us отправил. А я отправил. Все узнали, что ты предатель, блядь, теперь. Да, ты отправил, да? Не, слава богу, что не предатель. Не, если Диман сейчас ёбнет союз, то только чтобы Next предать. Да, по-любому, Ром. Ты того более ягода, Рома, блядь. Все знают, как ты играешь. Рома, все знают, как ты сейчас будешь предавать, блин. Твой хвост видно, прекрасно. Короче, я убедилась. Я могу сказать, что я убедилась в том, что предал Арину все-таки Диман, а не Лера. Спасибо. Честно. Нормально. Женская солидарность, понимаю. Итак, как мы с ней поговорили, я тебе верю в этом точно уверена. Сейчас, Даш, поговорим с тобой в отдельной комнате тоже. А Рома знает об этом? Итак, ребята, на счет три готовьтесь показать мне доступными путями, кто что поставил. Я забыл, подожди. Давайте жду. Давай. Показывают Арина, Рома, Вадя, Даша, Skills и Ликс. Скажешь, когда? 3, 2, 1, показывайте. Ой, блядь. Я цветом, короче, закрашу, пойдёт. Что это значит? Да, можешь помочь. Дима, Дима, что? Хорошая. Дима, что это значит? Сори, ну пиздец. Диман опять предал. Диман опять предал. Он опять единственный, кто предал. Господи, какая ты... Нет, смотри, у нас два варианта. Понимаете, ребята? Я как бы читал его 100% и понимал, что он, блядь, предаст, но мы с Артуром решили просто так. Ну, блядь, просто мне теперь неловко. Нам похуй вообще на эту хуйню. Нам поебать. Мы не хотели быть такими же сничами, нахуй, как он, блядь. Мы просто не хотели быть сничами, нахуй. Я рисую Димана, кстати, сейчас. А у тебя пишет минус корова. Следующая... О, это ты завтра узнаешь, следующая игра на ферме будет интересной. Диман, блядь. Я знал, что вы корову поставили на это. Не только корову, Диман. Большинство еще не знает, блядь, что будет происходить на ферме, нахуй. Что? Не трожь корову. Я ебал корову. О, отсюда. О, мор. Не в этом смысле. Ну, не в этом смысле. Так, озвучиваю баллы. У вас уходит в отрыв один человек. А именно Дмитрий Ликс. У него 7 очков. Он лидирует. Ему до победы 2 очка остается. Свое я не верю. Я теперь не буду. Точно, я только союз. Ой, бля. 6 баллов у Леры. Ребят, а давайте ему дадим сейчас быстро победу, чтобы даже стрим Дине заруинить, чтобы он таким хуесосом... Это будет самое жесткое. Давайте ставить Димана союз, и пусть ставит предательство. Если он поставит предательство, то он закончит стрим Дины. Давай, давай, я ставлю следующее предательство. Давай, будет охуенно, посмотрим. Так вот, 7 баллов у Лекса, 6 баллов у Леры, по 5 баллов у Вади, Ромы и Марка, и Даши. И по 3 балла у Арины, Скилза и Артура, да. Вот они раздетые Дмитрием Лексом. Да блин, да почему я виноват во всем? Потому что ты всех предавал. Ты что ставишь, алло? Дим, я не знаю, чем ты будешь молоко доить вообще. Ну так, чисто. Крикантиком. Еблан, я тебе нахуй в рот нахуй надаю. Проверь курятник, Дим. Проверь курятник, Сара. Я Бершка. Не трогайте животных, пожалуйста. Проверь курятник по-братски. Ну что, готовимся к следующему раунду? Конечно, мы уже готовы. Итак. 3, 2, 1. У нас. Нихуя жестко все было.
ППУ. Начинаем расстановку. Синие у нас Вадя в паре с Дашей, пока Рома не видит. Опа! Рома, прости, ничего делать. И Артур соло. Злой ты соло. Начинаем с тебя. Все, что он делает соло. Артур. Вадя главный в этой паре. А, зеленая команда, отлично. Ебать, мразь стоит, сука, с пакетом, блядь. Сыром, как ты так нарисовал мышку? Нихуя себе. Итак, давайте начнем красные с вас. У нас Арина соло, Лера с Марком и Лера главная. А, блядь, мне красный. Ну вообще, у меня уже горький опыт с Лерой есть. Так это не со мной, это Ликс. Это с Ликсом горький опыт. Не-не-не, это тоже пиздоболка. Я поставлю союз. Так если бы я была пиздоболкой, в прошлом мы бы тебе поставили этот. В смысле, там ничего не решало, блядь. Но в любом случае мы-то вместе договаривались. И я вообще-то сказала, в любом случае... союз. В любом случае. Так что давай не пизди. Она в любом случае бы поставила союз, чтобы ты не сказала, блядь. Нет, поэтому... тебе да. очень выгодно сейчас плюс 2 очка. Давай будем. Нет, я, ну, типа, я буду ставить союз. Это без всяких шуток, без. Я ее поддержу. У Леры сейчас потому 6, что я союзы что? Только ебашу. Не будет да, такого, нет. что я сказала, сейчас бани-хоп ебашишь. Деночка, а можно мою статистику? На самом деле, сейчас? Ну, в этом ничего такого нет. Просто. Да. Нет, нет, просто... я просто говорю о том, что на самом союза? Деле так оно и есть. Да. Я тебе поставлю союз. Спасибо. А у нас Диман завис? Он думает просто. Он думает просто. Совесть мучает его, нахуй. Всех напредавал, блядь. Нет, я поставлю союз. Это прям очень хуёво звучало, если честно. Спасибо. Не, самое забавное, что Диман вентилятор сзади крутится. Спасибо, красный. Я забыл про это. Ладно. А, Дим, ты реально не завис? Ты просто замер? Даже тут обманул. Ну что, зелёный, ваша минута. Рома со скилзом в паре. И а Ликс я против вас. А, это не... Но... а не, ты я синяя. Говорю еще раз. Я главный, так что я этот просто даже сейчас едино напишу союз. Не, и... я тоже согласен за союз. Я все равно знаю, что Диман... Мы, блядь, просто, он... мы просто увидим, что Диман... Если предал Диман уже хочет... два раза. Он предаст и третий, нахуй. Он предаст и четвертый, уже похуй. Он уже окраснился, Димана... нахуй. У Димана он снич. Есть шанс либо поиграть еще как минимум один раунд после этого, либо закончить сейчас игру и решать ему. Но я уже прямо сейчас пишу Денис союз. Все. Деночка, только зайдешь к нам вторым, пожалуйста, я пойду глаза покапаю. Да, только ты мне не отправил. Диман, помни, ты что я зашел уже отправил, сейчас отправил. На ранчо, Диман, я сейчас уже на ранчо нет. бегаю, нахуй. Отправил. Бля, Дим, какой ты долбоёб. Всё, пришло. Зависла, ебать. Всё, пришло. Он выключил вентилятор. Так, Дим, что скажешь? Слушай, я буду предательство ставить абсолютно точно. То есть я либо выигрываю рынью всем, все нахуй, шоу тебе, либо мы по нулям получаем. Интересная тактика. Очень охуенная честная, идея. Дим. Ну, что на тебя не похоже. Честность залог победы. Спасибо, спасибо, Дима. Спасибо, ребята. Так, честность в этой ситуации это союз, братья. Что я хочу сказать. Вот если бы Вадя был с кем-то бы другим, я бы этому хуесосу поставил бы предательство. Ой. Потому что я уверен, что он меня предаст. Он уже рисует, аккуратней. Он уже рисует. Но так как он с Дашей... С Дашей. Мне совесть не позволит поставить предательство. Почему? А почему ты меня так хейтишь? Я же ничего такого не сделал тебе, братик. Не, просто я помню, как ты поставил мне предательство, когда один ты мне раз, говорил. Один раз всего, братик. Потом я изменился. Изменился. Или извинился. Изменился. И извинился. Злой, но я думаю, что сейчас он тебе точно не поставит предательство, потому что... А как он тебя предал, если у него вся карта зеленая? Ну да, у меня 3 очка, у вас по 5. Вам выгодно... Вам выгодно меня предать, чтобы получить по 2 очка. У меня будет 1 очко. Ну, типа... Тут смысла нет играть сейчас. Просто слышал, что Диман сказал. Он просто залутает баллы и все. Потому что я уверена, что Рома поставил типа союз. Не знаю. Ну, я буду ставить предательство. Ой, союз. А, ясно. Ясно, злой. Союз, обязательство. Хорош. Спасибо, Синя. Ясно, злой. Спасибо, что Синя. Спасибо, мышь, сука, половая, блядь. Ну все, расходитесь тогда по комнатам. Рома, я сама принесу. Нас послушать. Не, Вадь, я ему тоже высказался. Не, зайдешь, мы потом скажем. Хорошо, договорились. Лера, мы в какой команде? Команде. Вы красные. Зеленый. Красная, Марк. Ты красная, Арин. Так. Расходитесь. Чатик, кому сначала зайти? Красная пара. Красная пара, нет комнаты.
Да. А, вон она сверху. Так. А куда она делась? А, ой, она перенеслась. А мне куда? Мы синие. Вы синяя пара, да. Так. Карине, к Вадиму, к Злому, кроме... Не, Рома сейчас нет дома. Сейчас я Рому закину к скиллзу. Блин, тут неудобно закинуть будет. Так. Ладно, давайте тогда начнем с Вади с Дашей. Алло, я к вам зашла. Короче, я сейчас объясню. Так. Я надеюсь, эта крыса усатая ебаная не смотрит стрим. Если смотрит, то он сейчас начнет улыбаться. Ты ебаная шаболда, нахуй. Ты слушаешь, дурак ебаный? Не, вроде не слушает. Короче, я его предал один раз, блядь, в начале, нахуй, своей, как говорится, карьеры в твоем шоу. И он мне помнит это полтора года. Если я сейчас его предам еще раз, это еще на лет 6 минимум, нахуй. Я просто, ну, у меня нет возможности потом будет, блядь, оправдаться, нахуй. Поэтому, короче, я сейчас поставлю союз. Если он поставит мне предательство, я буду полтора года так же самое гнобить его, нахуй, как он гнобит меня. А, то есть это твой рычаг на будущее. Да. А если он поставит тоже союз, то, короче, мы будем в нуле. Так что вот так вот. Так что у меня тут есть план. Даша, а ты что думаешь? Ну, я за Вадю. За его движ. Я хочу его поддержать в этом плане, так что... Ну, я вообще хотела бы предать злого, да. Да, мы заходим в комнату, он и говорит, давай предадим его. Да-да. Мне кажется, заебал просто. Все за этим столом хотят предать злого, мне кажется. Да, реально. Такое ощущение складывается. Так, окей. Тогда, как будете готовы, Вадим, буду ждать от тебя письма. Хорошо, жди на почту. Алло, Артур. Ну, подожди, вдруг. Кто-то иди перекуси. Окей. Да, 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 Дин. Артур, что планируешь ставить против Вади и Даши? Планирую раком ставить Вадю. Короче, смотри. Какой у меня план вообще? Ну, понятно, что у меня 3 очка, у Арины 3 очка, ну, Дима 3 очка. Ну, ты сразу выцепила самых таких добрых, приятных кентов, да, которые, ну, их всегда наебывают. Типа, ну, я думаю, в третий раз, и, ну, я не попадусь на такое. Плюс Вадя меня кинул, ну, в прошлый раз. И то, что он играет 2 раза уже в добрую, вряд ли он 3-й раз сыграет в добрую. Потому что он как минимум решает, может Даше сказать, что он союз, а на самом деле предательство, там вся хуйня. Так что я не сильно верю в это. Так что я ебашу в предательство. Ну да, нахуй, я такой, я снич. Я сказал это за столом, я говорю это и тут. Почему бы и нет? Все честно, все открыто, нахуй. То есть ты не просто оговорился, ты сказал то, что хотел сказать. Да, 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 я сразу сказал, что я ебашу предательство. Потому что я думаю, что Вадя тоже ебит предательство. Так что я ебашу предательство, блядь. Я тебя поняла. Артур, как думаешь, что Ликс поставит? Ликс? Предательство поставит, и Рома тоже, и это нулевка будет. Такие вот ставочки. Тебе хорошо. Всего до скорого. Отправляюсь как раз к нему. Давай. Алло, Дим. Ах ты, говнюк. И что, вот он сейчас встал за дверью там у себя в коридоре и будет просто стоять и ждать? Вот. Крысюк. А сейчас он думает, что я ушла уже из комнаты. Угу, все, я затихну. Да. Дим. Я знаю, что ты сделал это сейчас специально. Я не специально, я пить пошел воду. Да ты стоял и ждал, пока я приду. Нет, я не стоял и ждал, и пошел воду. Я видел, как у тебя руки на наушниках лежали. Так я снять только хотел их, все нормально. Ты долго вот так сидел, зацепившись за них. Ладно, что ты будешь ставить против Ромы и Скилза? Ну, я же сказал предательство, потому что смысла мне ставить союза. А если они ставят предательство, а я союз, тогда что будет? А тогда им плюс 2, тебе минус очко одно. Ну, все, тогда, значит, предательство уже отправляется тебе. Я тебя поняла, Дим. А как думаешь, ты сейчас выиграешь? Да, они союз поставят, хотят заруинить те шоу. Подожди, то есть ты считаешь, что они хотят заруинить? Да. А ты нет? Я нет, я хочу победить. 10 на кону, Дин. Я тебя поняла, Дим. Ну пока тогда. Давай. Алло, привет, я к вам после Ликса. Ариночка. Ну что? Ну, что, Диночка, ну, все будет на совести Дмитрия Алекса, мы этот союз, я тебе уже написал изначально. Так у него разве есть совесть? Ну, слушай, ну, сейчас мы как раз это увидим. Ну, у него есть шанс, Дин, понимаешь, у него есть шанс получить 1 очко и поиграть как минимум еще 1 раунд. Но если он ебнул предательство, то
Что поделать? Что поделал одиночка? Да, ну... Всё. Трагично, конечно, что все в руках одного человека. Я не считаю, что мы заруинили в этом плане. Я считаю, что заруинил Диман, потому что мы поступили хорошо, мы дали ему шанс показать себя с хорошей стороны, и тут уже решать ему. В общем, все будет на совести Алекса. Хорошо. Да. Так, письмо от тебя есть? Я еще не открывала. Окей. Все, спасибо тогда, ребят. ББ. Давай, Диночка. Алло, Аринчик. Алло, Аринчик. Алло. Ну что против Леры с Хантиком? Блин, ну нет у меня настроения сегодня ставить предательство. Ну, может, из-за того, что я просто так соскучилась что-то по всем. И так хочется всем союз показывать. Но, опять же. Ну, Лера, мне кажется, там что-то мутило с Димой. Мутило. Что-то мне не прям уж кажется, что это только Диму там хотел красную поставить. Она может. Но это вообще логично, потому что у нее 6 очков. Сейчас она золотая 2. И прям один спокойно может получить. Одно очко до победы. Да, будет. Да. Блин, ну я не знаю. Да даже если так, то мне не жалко. Ну, как-то так. Но я думаю, что там что-то будет красное такое. Красноватенькое. Что-то красное помимо рамки вашей команды? Да. Но я покажу зеленую. Окей, тогда присылай мне, как будешь готова. Окей. Присылай. Господа. Так, нам нужно уходить? Господа. Вадя, я не получила от тебя письма. А, да, я еблан. Блядь, Вадя. Точно. Извини, так. Пожалуйста. И можете потом уже возвращаться. Хорошо. Мне осталось только одну пару посетить. Алло. Алло, да, Лера, Марк, алло. Что против Арины поставите? Союз. Вы верите Арине? Мы решили, что если она поставит 2 очка, то она догонит хотя бы всех по очкам, у нее будет 5 очков. А если мы поставим все союз, то мы золотаем все по одному очку. Вот и все. Нам невыгодно ставить предательство. Да и мы не предаем. Да. О, нифига себе, вы честные такие. Ну я же сказал, у меня план на игру никого не предавать. А я говорила о том, что в тот момент Дмитрий Ликс сказал, что он решает, и он ставит предательство Арине. Как думаете, что сейчас поставит Ликс, и закончится ли игра сейчас на этом раунде? Поставит предательство, и игра, скорее всего, закончится, и мы пойдем готовиться к Да, я думаю, Диману похуй на моральные принципы, Дин, на твой стрим, в принципе, тоже похуй. Поэтому вполне возможно. Да, звучит грубо, конечно, и так правдиво. Но, Дин, да, как бы лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Да. Ладно, Лер, отправляй мне тогда. Отправляй. Ой, мне нужно еще... Да, я сейчас отправляю, еще нужно картиночку. Так, и возвращайтесь в Харума. Угу. Ой, блин. Возвращайтесь в Харума. Вижу, вот Вадя, вижу. Ликс, Дима, ты не отправил, отправь, пожалуйста. Я отправил тебе, Дима. Опять кабву Амонга, почему? Потому что ты опять предатель. Нет. Почему меня в Амонг кидает? Что за хуй, херня? Да-да. Отправляй, да, вот теперь отправил. Так, ну что. Сейчас перенесу результаты и будем дружно их смотреть. А сегодня в стрипу садись хотя бы. На десятку да? Лишнее не будет. На десятку ты сильно там повисишь, блядь. Максимум, что повисишь на тросте вот это. Что, 2 приваты и домой спать поеду. Какой 2, блядь? Пол. То есть, Дима, серьезно, ты на стрипуху выигрыш потратил? Да нет, конечно, я не хожу сейчас. А, да? Ага. Массаж тогда получается. Массаж не грех, блядь. Ну, у меня нельзя сейчас массаж, у меня спина болит. Что, у тебя же не член, блядь, а спина. Что ты сказал? Ну, блин, я, ну, в смысле, я ничего не могу делать. Какая разница, я лежать только могу. Я не могу на боку лежать, я не могу так, на спине. Там так и надо делать. Там и надо. Плюс я кашляю. На боку, блядь. А у нас Арина, Дин, перетащи Арину, она одна сидит соло в красной комнате. Она загрустнет, там что-то творит. Ребята, я перенесла результаты. Приготовьте, пожалуйста, свои аппараты, чтобы Ром, показать. Готовь. Мой аппарат уже готов, Дина. Да, спасибо большое всем за сегодняшнюю игру. Чё, и 3, 2, 1. Показывайте. Блядь. Ну, видно было. Да нет, Диман. Зеленая. Ну нет, очевидно.
А, у меня не видно, у меня зеленая. Чисто потому, что не хочу, чтобы один из стрим закончился, Диман. Ну, я знал, так я тебе и говорю, я знал, что... Красавчик, Рома, красавчик. Это очевидно. Она писала, вот когда мы с тобой в Дискорде говорили... Бля, Ромчик, опять лучший, блядь! А Диман это... предательство поставил? Да, да. Дима поставил предательство. Дим, помнишь, что я тебе сказал? Ребята, я представляю просто всем, предлагаю просто предавать Димана, чтобы он не выиграл. Ром, не забывай, это когда соло невыгодно, а когда я не соло, вы будете проигрывать. Не, похуй, Диман. Я не расстроюсь, я буду с тобой в команде, и нас предадут. Лизнула микрофон, извини. Будет с ним в команде. Ребята, но за всем этим шеймингом Лекса мы не заметили, что Артур-то у нас предал Вадима с Дашей. Да, ребята? Короче, с Артуром тоже не играете. Ебаная! Меня перепутал буквы. Хуесосил! Он сказал, что... Меня хуесосил, говорит, ебать, как можно брата предать своего? Меня Дима подговорил, это Дима подговорил меня. Я говорил, братик, я одумался. Он меня предает. Меня Дима подговорил. Как он тебя подговорил? Ты сейчас соло был. Сейчас соло был. Меня Дима вот и все, вот оно и всплывает все наверх, ребятки. Ты сам сказал, фермы у тебя со мной нет. А до этого такой, ну я даже не предам. Ребята, я тону, потому что я не говно. Меня предали. Дим, ты тонешь в собственном лучшем? Ты нас предал. Да ты нас предал. Артур, ну сейчас по факту ты предал. Тут уж ничего не попишешь. По факту, да. И... Ты крыса ебаная. Нет, не пизди, Квик, не крыса. Между прочим, ясно, крыса, крыса ты. У нас Лера догнала Лекса по очкам. У Леры и Лекса по 7 очков. 6 очков у Марка. По 5 у Артура, Ромы, у Артура и Ромы. По 4 у Арины, Вади и Даши. И у Скилза меньше всех у него 3 балла. Скиллс хорош. Слишком честен скиллс. И правильно делает, в отличие от тебя. Как сказал Артур. Ты его первый раз предал. Давайте Лекса на похуй. Вы просто на похуй Лекса предавайте. Он похуй так и будет делать. Меня не надо. Да, вы не хотите, а вы не хотите предавать Леру, которая просто выигрывает вас? Нет, так она... Нет. Да? А каким образом она тогда выигрывает? Союз, я только под твоим давлением поставила предательство. Пусть ничего, чтобы тоже предательство поставили. Интересно, а как Лера говорила, давай сначала по 2 очка срубим, а потом просто по союзам будем всем ставить. Да, интересно, да. Лера, интересно. О, это Лера, это тебе она лично говорила. Я решил по ней не идти, а ты по ней идешь. Надо было Дашу послушать. Даша говорила, что этот хуесос предаст нас по-любому. Так и говорила, Вадим? А Рома тоже предал. Так я... Стрим продолжился. Рома значит, в ответ Лекса предает. Так, а мне нельзя? То бишь, нет, ты Рома его признаешь? Нет, Рома так предал, бы... потому что стрим бы закончился. Да, не нет, Рома нашел причину стрима, чтобы себя оправдать. Нет. Он такой же предатель. Он такой же если предатель, ты воруешь это его не обеляет. Вора, тебя не обеляет это, понимаешь? Вот-вот. Тут быстрее закончился. Оуф. Если ты воруешь у вора, это не значит, что ты не вор. Так же и Рома, если он не предал. Если он предал, значит, не означает, что он кучат. Ой, не предатель. У нас рейд. Максим, спасибо огромное за рейд. Спасибо огромное. Понял. Нам пришел рейд от Shadow Кека. Всем привет. Привет, рейд. Привет. Жалко, что не курьер, блядь. Кто-то должен был пошутить. Итак, ребята, сообщаю вам расстановку на следующий раунд. Марк в паре с Артуром. Марк там будет главным. Марк, наконец-то это случилось, ты главный в паре. Вы красный. Против Ромы. Вместе с Диманом. Против Ромы. Пожалуйста. Ликс с Дашей. Марк Ликс главный. С Дашей. Да, Марк главный. Дай и против Арины. Блин, Арина, что такое? Ты снова в соло. Прости, пожалуйста. Лера с Вадей. Лера главная. Против Скилза. Угу. Так, сейчас я вас разнесу. Нет, Дима и Даша. Офигеть. Что мне делать? А ты, Арина, с нами, что ли? А кто главный у них? Гай. Там главный Арин, Ликс. Арин, предавай нас. Арин, предавай. Там главный Ликс. Мы же без очков будем все сидеть. Так. Так, Диман, Ликс, главное, что ты сидел. А, вот видите, ребят, каждый сразу эгоистично проснулась, натура всех. Реально, ты можешь смайлики рисовать. Все, я уже всех расставила. Ей. Синий, начнем с вас. Ей. Арина в соло против Ликса с Дашей. Ликс главный. А я пишу еблан твич, и тут Жожу. А кто главный, Ликс? Да, Ликс главный, Даш. Даш, прости, пожалуйста. Я даю главенство Дашу. Потом строго, потом Екадзе, блядь. Да нет смысла предавать, где мы очки не получим, господи. Господи, Диман, заткнись, Даша. Очков, Даша. Даш, у тебя 4 очка, а у Арины 4. Смысл вам предавать? Просто, чтобы других топить? Бля, он какой-то ёжик. Ты тут решаешь, бля, Диман, а не я. Не рисовать. А ты не, я просто говорю, прикола нету. Смысла предавать.
Мы либо все по очку и двигаемся вперед. Я не хочу, чтобы игра заканчивалась. Лучше перестраховаться, знаешь. То есть, Дима, ты говоришь, что ты союз поставишь, да? Я еще раз объясняю. Лучше с выгоднее союз ставить, чтобы мы по одному очку продвинулись. И мне останется одно очко. Чем вы ставите предатель? Не, ну... Хорошо, поверь не мне, поверь Даше. Даша, ты будешь принимать решение в этой игре. Я не буду принимать решение. Даша, ты главная, все. Нет. Чат плюс, кто верит в Дашу. Скажи, что так нельзя. Да, так нельзя. Так нельзя. Даша на очко, вот так вот. Потому хорошо, на моей совести Даша на очко. Не надо Даша на очко, блядь. Роба знает? Да, блядь, слышь, Арин, может, твоё очко будет? Даша, ты что хочешь ставить? Я хочу ставить, я не буду предавать. Ну все, значит, не предаем, все просто. Но ты будешь, Диман, ты главный. Я не буду предавать. Спасибо, синие. Спасибо, синие, зеленые. Я объясню, мы сейчас станем себе предателем, мы без очков сидим, а у них сейчас по одному очку. Ты без очков, главное. А зеленые кто, мы? Ну смысла, нет сейчас предавать, блядь. Нет, зеленый у нас скиллс в соло, и Лера с Вади, Лера главная. Я предыдущую игру снова Лера, потому что я знал, что они предадут. Лера, вершится. Я тебе ничего, Дима, не скажу. Узнаешь, когда будет. Опа. Ебать. А вот я тебе скажу. Скажи, я буду ставить союз. Но если ты предашь, то буста в Валоранте больше ты не увидишь, нахуй. Опа. Это жестко. Опа. Ты вот эти проебанные катки ты называешь буст? Хорошо, Дим. Бля, Диман, что-то это, я не знаю, как тебя поддерживать. Я могу зайти и показать счет, блядь. Диман, предавай нахуй, в пизду. Не, я буду союз ставить, не похуй. Пускай выиграет, блядь. Пускай выиграет 10 тысяч на готовочке. Бля, выигрывает даже как-то обидно, мне кажется. Да, есть такое. Нет, это игра. Просто относитесь к тому, что вы предаете человека, не потому что вы его предаете, а потому что вы ему не доверяете. Тогда проще. Напомню, что у Леры 7 баллов. Если Лера придаст на скилл поставить союз, то Лера побеждает. Так, для информации. Все, спасибо, зеленый и красный. У нас Рома соло. Против да. Марка. Что ты хочешь сказать? Говори, бро. У меня план на игру ставить на союза. Все. Я бы даже это злом на союз поставил. Вот я говорю. Только Диман не поставил. Понимаешь? Я в любом случае буду союз ставить сейчас. Мне похуй, что я 0 очков так получу, что так. Все. Мне вообще похуй. Так ты минус получишь, Диман. Я не получу минус. Какой минус? Чего я получу минус? Потому что тебе предадут, лоха ебануть. Подожди, какой минус? Дина у, нас союз Дина у нас минус, поставит, лох старый. Дина у нас минус, уехал, что? Ром, проебался уже. У нас Дин, самое. У нас, если я ставлю, ну, короче, я могу в минус идти, нет? Если ты ставишь союз, а тебе ставят предательство, то у тебя минус очко. А, да, ну все, значит, я союз ставлю. Прям поверилось как-то, пиздец. Очень искренне сейчас было. Так не верьте мне, верьте Даше, она главная. Говоришь на нашей минуте, блядь. Это правда, он еще и минуту я вас не главная, главный. А мы все сказали, какая разница. Я сказал, что я буду союз ставить до конца игры. Я, значит, Арине 2 очка. А если Ромчик меня предаст, то он крыса ебаная. Там, я верю Ромчику. Ты не видишь уже крысу тут, а за столом, пиздец. Это ж злой. Спасибо, красные. Взял и предал. Да сейчас любой может предать, понимаете, в чем прикол? Вы не думаете, Ром, что ты меня предашь? Будет союз. Братик, да, я почти закончил уже, слышишь? Рома, он тебя предаст. Ты меня предашь? Ром, сейчас буду закрашивать. Смотри. Спасибо большое, красный. Ой. А теперь расходитесь по комнатам. Бля, Вадь, вообще. Вадь, можешь смайлы для твича нарисовать? Арин, ты синяя, ты синяя. Вообще не верится, Вадь, что ты первый раз рисуешь. Я вообще никогда не рисовал. Арина синяя, Ликс и Даша синие. Вообще никогда не рисовал. Очень красиво получается, Вадь. Все, скоро к вам позахожу. Вадь, а можешь мне девушку нарисовать? Да. Тут какая это будет? Вадя, ты в соло сейчас? Нет, он со мной в паре, в зеленую. Я зеленую. А я могу к вам зайти, Мюс? Итак, чатик. Ну что, к кому сейчас пойдем? Прежде чем пойдем, передаю привет всем, кто сейчас, ну, кто после будет смотреть это на Ютубе. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Пишите сельдерей в комменты на Ютубе, если смотрите это на Ютубе. Дин, ну я покажу союз. Ты реально союз поставишь? Да. Ты веришь этому человеку? Нет, ну, я считаю, что если он победит... Во-первых, там Дашка, вот. А во-вторых, если Ликс победит, то это будет красиво... Ну, красивая-некрасивая победа, вот так вот я назову это. И все запомнят его как такого красивого-некрасивого победителя? Да, я хочу, чтобы это была такая грязюка, знаешь, прям лютая. Но есть вероятность, что он покажет союз, какая-то вот просто милиписечная. И если еще на этот момент выиграет Лерон, а он останется вот с одним очком, без одного очка, то это будет просто разгром, понимаешь? Это типа двойная игра. То есть даешь победу вроде как бы, ну, ладно. А если он покажет союз, то он очень, наверное,
ну, не расстроится, но я думаю, что так ему и надо. А как думаешь, в процентах, какова вероятность, что он покажет союз? Да не знаю, 0-1. Но это было бы прикольно, на самом деле. Я просто почему-то об этом задумываюсь. Мне кажется, что это было бы очень прикольно. И рафляно. Но, а так, если покажет предательство, то ладно. То ладно. А как думаешь, Лерон может победить в этом раунде? Думаю, да. Думаю, да. Окей, все, пойду к твоему сопернику. Можешь посмотреть на его лицо, когда буду общаться. Давай, давай. Пока. Алло, ну что же, Даша, Ликс. Ну, нам нет смысла союз ставить, потому что Арина будет предатель скорее ставить, так как я главный, и смысл нам поменять. Сачку идти. Решение, а ты не поверил ей? Решение принимаю не я, сразу говорю. Подожди. Ребята, Дима, ну ты же говорил на обсуждении, что ты будешь ставить союз. Ну смотри, логика какая. Еще раз. Арина с вероятностью 90% ставит предательство. А я статистику люблю. Поэтому я ей доверяю полноценно. Зачем мне минусовать себе и Юечке очки? Ну, тоже справедливо, в принципе. Ну, вот и все. А как думаете, будет у нас победитель в этом раунде? Ну, возможно, будет Лера. Ну, Лера, он может, да, Лере верит, хотя в этой игре не так играется. Нельзя никому верить. Тот, кто был не пиздоболом, пиздоболом за секунду становится. А тот, кто пиздел, по крайней мере, у него репутация, значит, он и был пиздоболом. То есть, о, понимаешь... Здесь пиздоболы честнее, чем те, кто честно играют. Ага, вот то есть разница. Ты, Дим, честнее, да, чем остальные? Ну, по крайней мере, я всегда ставлю предательство, да. А вот кто такой беленький, чистенький, как раз-таки в конце всех и наебет. Я думаю, и что важно, это будет Рома. И важно не как ты этот путь прошел, а финал этого пути. Mm-hmm. А если родился пиздоболом и умер, ну, в смысле, и закончил пиздоболом? Ну, по крайней мере, как бы они знали, что ты пиздобол. Справедливо. Понимаешь. Справедливо. Даша, а если бы ты была главной, что бы ты поставила? Я бы поставила бы союз. Если меня предадут, то мне было бы, конечно, грустно, но все равно я люблю играть честно. Не люблю никому врать. Вот. Даша, ну в этой игре честно кто играет, не выигрывает. Ну и что? Главное, что моя совесть чиста. Ну, 10 тысяч может очистить совесть. Деньги не главное, Диман. Не главное. Поэтому у меня нет рекламы на Твиче. У тебя нет рекламы? Да. Ты отказываешься, в смысле? Нет. Почему у тебя нет рекламы? Просто нет ее, и все. А, ну, так, товарищ рекламодатель, обращайся. Канал Юечка. Сейчас Дина выйдет, баннерок тебе повесит. Лайт, лайт, писи. Так вот, Дим, ну что, еще, чел, еще и рекламу сюда затаскивай. Да извини, Дина, просто хороший компьютер, я думаю, почему не рекламить? Да, да, все, я пошла, да, ага. Лайт, лайт, писи! Чел. Лео. Товарищ Скилзор, здравствуйте. Вы знаете, что в команде вашего соперника человек с 7 баллами, Лерон? Да, конечно, я понимаю, прекрасно все. У меня вот такое, как бы, немного столкнулся с проблемой с одной, это только то, что вот она может фейкануть, и как бы не то, что я думаю, но я надеюсь, что я сделаю правильный выбор. Я очень запутанно все написал. Нет, я тебе просто напишу потом. А, ты хочешь посмотреть на ее лицо во время обсуждения? Нет, я просто... Ну, короче, я буду делать союз, но я просто думаю, что... Это, ну, короче... Я просто не уверен, что будет там все то же самое. Мне страшно. Блин, Скиллс, если честно, я запуталась, ну, мне в том, что ты мне говоришь. Да я просто боюсь, что она сейчас выиграет игру просто, и все. Ну, ты увидишь потом все, короче. А, хорошо. То есть ты просто сейчас не хочешь говорить. Ага, план, окей. Нет, у меня просто есть план. О, я тебе напишу сейчас свое решение. Ага, хорошо, буду ждать. Давай. Пока. И, кстати, Дим, ты мне не отправил. Заскамил даже на отправку сообщения. Ой. Да, ничего. Да, отправляй. Пошла. Чё? Алло, у вас тут собрание? А ты кому зашла, Дим? Ко мне или к ним? Я зашла к Марку к нам. Это же наша... со Злым. А подожди, нет, стоп. Все, я замучаю. Нет, я зашла к Лере с Вадей. Все, правильно. Лера, да. Ну, что решает Лера? Я поставила союз, я тебе уже отправила, если что. Все, мы все. Значит, мы вот так вот, видишь? Я же сказала, мы ставим союз. Лера, а ты понимаешь? Ты понимаешь, что у тебя 7 очков, и если Скиллс ставит союз... Да, я понимаю, у меня нету такой... как не стоит цели, короче, выиграть, поэтому я поставлю союз. Сейчас все сделаем. Так, а у Александра, например, тоже 7 очков, и если Арина там поставит союз, он поставит предательство, то он побеждает. То у нас закончится стрим, а мы не хотим заканчивать стрим. Чё, Вадь?
Все хорошо уже. Так все я хорошо. К тому, что ты в теории у тебя есть шанс вместе с Лексом стать победителем, потому что победителей может быть несколько, если он побеждает. Нет, если Диман побеждает... же может выиграть, чертила, это точно. Так там Даша, ну там Даша не решает. Нет, я надеюсь, что Арина поставит им предательство, и даже если Дима поставит союз, то он золотая также одно очко, как и я. Вот. Поэтому. Ну и плюс у меня реально не стоит цели выиграть. Вот и все. Mm-hmm. Я поняла. Поэтому мы поставили союз. А вот постарайся показать своим видом скилзу, что ты ставишь союз. Вот Вадя, например, уже красный фон себе включил. Очень по-союзному, мне кажется. Я даже не знаю, как в табличку союз показать. Не, ну это слишком уже палевно. Понятное дело. Я не знаю. У меня просто не видно цветов вообще на вебке, что я показываю зеленый, поэтому... Я думаю, скилз поймет, что мы ставим союз. Хорошо. Ну все, до свидания тогда. Давай. До свидания. Алло, Марк, Артур? Да. Ну что, да. Предадите этого Ромочка? Что ты сказала? Я говорю, союз поставить Ромочку. Блин, опять не слышал злой кашляет. Дин, это просто пиздец. Ты познал? Какая хуйня грязная сейчас произошла. Мы Ромчиком? Не, мы не предадим. Я короче, говорю, у меня план на игру, чтобы я ставил 7 союза. Если меня Ромчик предаст, ну, поделом эти 2 балла. Я не хочу выглядеть... Ну, типа, понимаешь, во всех отношениях главное доверие. Вот я очень доверчивый, я Роме доверяю. Все. А Лексу доверился бы? Нет, Лексу нет. Тут, типа, на доверии нет речи. Нет слова доверие, когда есть Ликс. Да, Дима и доверие несовместимые штуки. И корова тоже в заводе. Ты завтра взорвешь корову ему, да? Да. И сожжешь его дом? Дом не буду трогать, коровку точно ёбну. Я тебя тогда ёбну, ты охуел, блядь. За коровами я ухаживаю, блядь. Единственный на этой ферме. Ладно, тогда мы ебашим курей и свиней. Не, да, курей. Что Дима больше всего любит? Курей. Окей, все, месть. Месть хороша, надо будет завтра глянуть. Покидаю вас тогда, Хантик, отправляй мне. Куда отправлять? В Дискорд. Алло, Ромчик. Алло, Диночка, да. Ну что, предашь как следует этого Хантика? Нет, слушай, с Хантиком 2 раза поиграли в команде, я ему верю, что он этот, что он мирный, я сейчас выберу тактику. Ну слушай, у меня что-то такая чуечка плохая, что у нас игра сейчас может закончиться, и даже мое предательство бы в любом случае ничего не решило, но я Хантику поставлю мир. А кто может победить, по-твоему? Да Диман победит. Диман... В смысле, ты думаешь, Арина что? Даст ему победу? Слушай, ну, вполне возможно. Вполне возможно. А ты бы отдал победу Диману? Так я же не отдал ему победу. Ну, то есть, не, я бы ему не то, что победу не отдал бы, я бы... Вот он прошлую игру один, мы бы уже могли с тобой не сидеть, если бы я ему предательство не ёбнул. А, ну, там посмотрим. Не, окей, Диман, тогда Ром... крыса, а, ты меня уже отправил. Да, я тебя уже отправил. Уже могу спасибо. Заходить? Да-да-да, заходи туда. Так. Том? Все заходите, все заходите. Ну, просто я предал. Я не забуду этого никогда. Арина одна. Забудешь. Забудьте Арину, пожалуйста. Все заходите. Рома, знаешь что? А Рома тут? Дин, перетащи Арину, пожалуйста, она опять одна сидит. Ага, сейчас перекину. Ёшкиш-кошкиш, как так-то? Как так-то? Ром, ничего. Бля, ну вот, я думаю, сейчас моя доверчивость играет тебе на руку, Ром. Да, Квикантик, очевидно, что он сейчас на я будет, пиздец. Ой, скиллз, как гадалки думаешь? Гадалки не ходи. Это говорит Диман, да? А мне похуй, Дим, понимаешь, я... Нам похуй, ну, ясно. Дима, вот так, вот, очнись, нам вот поебать. Отношение к игре нормальное. Дима, нам похуй, мы мирные типы, корова умирает, кури горят, пизда. За что коров, они же за Хантиком. Не трогайте. Так, Вадь, глянь, пожалуйста... Сердце тебя. Пацана предал, сердце пацана доверавшего. Мы вместе выращивали кур, гусей, свиней, охотились. Я выполнял квест на 2500 баксов, а ты пацану кинул своих фермерят. Пизда. Блин, все хорошо. А, все окей, пизда. Хорошо. Так, Арина. А что вы делаете? Это пропало, Вадя пропал. В смысле? У меня что-то Вадя... А может, это... Не, Вадя тут. Готовьте свои приборы. Буквально через пару секунд. Мой прибор уже готов. Что?
Диман, ты третий раз так шутишь. Прибор. Я знаю, я могу четвертый шутить. В Москве. Каждый раз в ответ на мое готовьте приборы. Покажи этот прибор какой-то зеленый. Зеленый, красный. У меня красный. Все, у меня вебки, блин, пропали, сука. Пам-пам-пам. Так. От Лекса заполняем. Дин, почему в твоем чате меня оскорбляют? А ты не смотри в чат, в смысле, в чате написано, кто что поставил. Я с самого начала игры смотрю. Нельзя. Дим, ты реально смотрел чат? Да. То есть ты еще вдобавок ко всему чат смотрел? Просто предательство ебашит каждый раз. А какая разница? А мы же не знаем, что именно они пишут. Ну, например, ах-ах-ах, Эликс реально будет ставить предательство. Нет, такое? Я про то, что этот... Дин, а ты не хочешь просто заскамить Димана, если он то, выиграет, чисто ему не отправить деньги? Да, сделай ему раунд! Дина, пусть выиграет! Что это я чувствую? Раунд вывод ему сделай нахуй, ребят. Дина, сделай ему вопросы, задавай ему вопросы. Если он не будет отвечать, то давай ему вопросы. Чтобы вывести. Сделай так, знаешь, как сделай? Ой, я придумала. Я чувствую тревогу. Началась, да? Тревога. Я придумала, как можно сделать, если кроме сейчас. Тебя тут победа никому не нужна. Дин, сейчас. Смотри, факт. Дин, ты нас просто всех, кроме Димана, собираешь, и если хоть кто-то Димана поставит союз, то он заберет деньги, а если да. Никто не раунд вывод. Я хотел предложить голосование, если что. Ну, давайте сначала знакомимся с результатами. 3, 2, 1, показывайте. Лерон, ты показала? Бля, Ромчик, да, нахуй. Предали, союз! Нас предали? Нас предали. Скиллс предает. Вот так вот. Вот это вот. Я Ромчика не кинул. Че, у нас Диман выиграл? Да. Лерон, нахуй. Поздравляю. Арина ставит союз, Диман предает. Это значит, что Дима набирает 9 баллов. Он побеждает над них предательство. Такая тварь, Диман. Ебать, я тебе ферму спалю, я бля буду. Я когда к тебе на шоу, скам-шоу приду, я после первого буду выводить. Марк. Да. Реально, давайте сделаем. Будет сложно набрать, сори. Смотри на твои ебало, бля. Я когда тебе на шоу приду, я просплю нахуй просто. Диночка, подари, пожалуйста, сабочки чату. А эти стул, пойму. Ебать, подлизал. Подлизал. С друзьями ты тоже поссорился, Дим. Тут уже сапки не сыграют для чата. Подожди, Дим, твоему чату или... Нет, своему. Моему? Конечно, твоему же, крыса, он боится. А что это ты так подлизал? Подожди, Дим, это как... Нет, в смысле, подари, просто хочу сабочки, чтобы ты подарил. Нет. Какая подлиза? Ой, и сразу чатик, Диман лучше. Сердечки ставят. Спасибо, чатик. Очевидно. В смысле, как бы поступил любой нормальный парень или девушка на моем месте? Это грязные деньги. Тебе 35, тебе не стыдно. Нет, он крыса. Вы хотите грязную сапку? И какую грязную сапку? Грязную подлую сапку. Ай-яй-яй. Сапка как деньги. Заслуженное предательством, блядь. Сапка как деньги не пахнет. Это сапка не пахнет. Скиллс реально тоже предал. Получены на поле. Сидит предательство, да. И сам там. Скиллс, хорош, скиллс. Ну что, Дим, я поздравляю тебя с победой. Ты зачем? Ты предал, ты должен понять, зачем. Лера, ты что поставила? Ты должна понять. Лера союз поставила. Да, брат. Слышишь? А ну сейчас я перекину на секунду. Все, спасибо огромное, ребята. Дима, с победой. Спасибо. Спасибо большое. Да, сабочки, Дина, подари, пожалуйста. Спасибо.